Друзья, итак, в сегодняшнем видео Starknet, уже было видео с полным обзором Starknet. В проекте все мы знаем давно, много активностей происходит. Сейчас разберем легкую активность, это деплой смарт-контракта, очень простым способом. Прежде чем начнем, подписывайтесь, естественно, на мой Telegram и YouTube обязательно. Если бы вы были на канале, вы бы не пропустили все топовые проекты, начиная с Moonbeam и заканчивая последним Celeste. Да? То есть все Aptos, Sui, все было на канале, все было по делу и могли бы неплохо залутать, как в сообществе нашем залутали. Один из последних кейсов Celeste, напомню, дала от 20к. Ну, кто в ноды попал, там было сложно, но это было реально. Так что, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, шерьте видео. Реально очень полезный канал. Можете прочекать. Значит, Starknet. Сегодня сделаем такую активность. Это еще раз покажу, что мы недавно на канале обзор гема делали. Можете пересмотреть. Так. Делаем активность очень простую. Деплой контракта, но в то же время она не очень дорогая. Выбирайте базик контракт, будет самое дешево, потому что ERC-720 и ERC-20 чуть дороже, это токены вы будете делать. А базик — это просто примитивный контракт, где ты повышаешь, увеличиваешь количество, ну просто на счет идет, то есть простая функция в нем. Назвали deploy, нажали, ну естественно подключили, какой вы хотите кошелек, Braos или Argent, Argent у меня здесь. О, Браус, наверное, сейчас посмотрю. Браус, да. Ну вот, все. Транзакция Send. Может, мне его надо было обновить еще, я посмотрю. Так. Сейчас большой Гвей. Вы делаете поменьше Гвея, потому что большая комиссия. Так будет до 20, там 20 центов примерно. Может, меньше. Ну вот, increase по взаимодействию с этим контрактом. Вот, 60 центов. Пишет. В целом дороговато, но вечером делаем видео, поэтому. И сейчас bull run. И из-за этого мы, у нас так и происходит, что большой гвей и очень сильно тратится на комиссии. Ну и вот можно проверить, что у нас прошло increase, то есть взаимодействие с нашим смарт-контрактом. Вот он называется 0x6 и 80. Проверим. Transaction ID. Deploy контракт. Вот контракт адрес. Все, короче, у нас здесь есть. Можно еще раз сделать декрис, например, повзаимодействовать с ним. Просто для активности. В целом можете также попробовать сделать токен ERC-720, либо ERC-20. Вот в целом такое видео. Мы задеплоили смарт-контракт. Поддержали активность своего кошелька. Ну и в целом, как я и говорю ранее, следите за проектом, поддерживайте Starknet, пробуйте залутать, может быть, ваши усилия будут оценены дропом, как дроп сделал Arbitrum, Optimism. Ну, это понятно. Будет, не будет, узнаем в скором времени. Все, друзья, до новых встреч, подписывайтесь на Telegram и на YouTube. Вся активность, еще раз повторю, там. Потом уже идут на YouTube. Все, друзья, до новых встреч.